этом видео хочу показать, как я у заводчицы забирал маленького щенка. Хочу, чтобы вы увидели, как я себя вел, друзья, как я контролировал свои эмоции, как я не возбуждался сам и не возбуждал этого щенка. Человек, который со мной был, был информирован, как он должен себя вести, да? Никаких эмоций. Почему, друзья? Потому что мы пришли забрать щенка, а не пришли возбуждать этого щенка, чтобы он возбуждался, прыгал. Так я бы усложнил свою задачу. Вместо этого я контролировал свои эмоции, был абсолютно спокойным, последовательным в своих действиях. Поэтому этот щенок стал абсолютно спокойным и послушным. Мы сейчас у заводчицы дома. Что я хочу сделать сперва? Я хочу на него надеть поводок. Вот так. Чтобы он привык к присутствию поводка. Ничего поводком нельзя изначально делать. Потому что он свяжет новый поводок, новый инструмент с чем-то негативным, если я буду его корректировать. Поэтому просто надел на шею, брошу на пол, чтобы он ходил с этим поводком. Вот так. И потихонечку приучился к тому, что на шее что-то есть, и это абсолютно нормально. Ничего такого нету, что на мою шею что-то надели. Вот, вот в середине шеи я закреплю. Вот так слегка. И пусть ходит. Меня всегда спрашивают, с какого возраста нужно воспитывать собак. Мой ответ всегда однозначен. С первой секунды. В первой секунде я должен ему показать, кто я такой и какую ответственность я на себя беру. Когда мы зашли, я не стал сюсюкать, ой, какой ты милый, какой хороший. Он сперва должен прийти немножко в другое состояние, невозбужденное, более спокойное. Потом я могу проявить свою любовь. То есть нужно немножко сдерживать свои эмоции в этот момент. Это очень важный момент. Но поскольку щенок будет сейчас баловаться, гоняться за поводком, ну ничего страшного. Главное, чтобы он не ассоциировал поводок с чем-то плохим. Потому что когда первый раз надевают поводок и отдергивают, делают собаке больно, сразу этот поводок связывается с чем-то плохим. Он грызет мою обувь, естественно, я ему скажу, так не делай. Изначально приучаю к щелку, что щелк это что-то такое, которое тебя контролирует. То есть на щелк нужно обращать внимание. Я просто держу поводок, чтобы он на поводке ходил и приучился, что это нормально. То, что меня держат за поводок, я хожу, но поводком не корректирую. Поводком сейчас нельзя корректировать, только можно это сделать легкими прикосновениями. Допустим, диван. Если сейчас он поставит лапы на диван, понимаете, я сразу скажу, что так нельзя делать. Сразу же. Люди что делают? Запускают этот вирус в голову собаки. То есть, ой, какой ты хороший, молодец. Гладят на диване, поднимают на диван, да? Потом через 6-7 месяцев начинают с этим бороться. Как отучить? А не нужно было изначально научить. Эту программу он должен знать, что это невозможно подняться на диван. Доступа нет изначально. А то вы запускаете эту программу в мозг, а потом начинаете с этим же и бороться. То, что он такой любопытный, это хорошо. Видите, изначально... Вот так. Говорю, не грызи это. Нужно быть максимально спокойным, но очень последовательным в своих действиях. Вот так. Практически, Жень, скажу так, что мы уже приучили к поводку. И к ошейнику тоже. Сразу же. Я сразу же приучил его к поводку, друзья, к ошейнику. Сразу надел на его шею поводок и показал ему, что, слушай, это абсолютно нормально, когда на тебя что-то есть. Научил, приучил к поводку, друзья. Это тоже важно. Очень многие люди это делают в 4-месячном возрасте или в момент, когда только собираются на улицу, да. Я, видите, сразу это сделал. Это не заняло 5 минут, друзья. 5 минут. И щенок уже приучен к
к поводку и к ошейнику. Чешется, потому что ошейник, поводок. Поэтому нужно отвлечь его. Вот так. Чтобы сел. Сейчас попробуем, чтобы он ляжет. Нет. А сейчас должен сесть. Ну, тебе общий курс дрессировки. Лапу. Ага. Другую. Давай лапу. Ну, тебе общий курс дрессировки за 5 минут. Видите, он, если положит лапу или прыгнул, я просто его вот так оттолкну. Слегка. Изначально покажу, слушай, так не делай. Если я сейчас научу на меня прыгать, потом я должен отучать. Зачем отучать, если нужно учить, да? Сейчас мы забрали щенка с моим другом Евгением. И едем. Поскольку он впервые в машине, он себя немножко чувствует неуверенным. Поэтому я не буду его трогать, гладить, тискать, разговаривать с ним. Я дам ему возможность самому разобраться с ситуацией и прийти в спокойное состояние. Думаю, через несколько минут он найдет себе место и ляжет. Я так ему дам пространство, чтобы он успокоился и лег. На улице он себя вел неуверенно, потому что первый раз был на улице. То есть с ним нужна очень серьезная социализация. Часами его выгуливать в людском цивилизации, чтобы он, вот о чем я и говорил, через пару минут он ляжет. Вот и отлично. Сейчас его не нужно трогать. Ничего с ним не нужно делать, ни разговаривать, ни трогать. Он должен разобраться с ситуацией самостоятельно, чтобы преодолеть эти страхи и неуверенность, скорее всего. Если я буду его трогать, я буду вмешиваться в этот процесс, и, возможно, я сделаю хуже, чем бы хотелось. Он отлично разобрался сам. Единственное, я подправлю ошейник вот так вверх. Вот так, дружок. Я попросил заводчицы дать тряпку с запахом его братьев, сестер и матери, чтобы он не переживал, потому что он меняет обстановку, и новая обстановка может быть связана с некими переживаниями. Чтобы он меньше переживал, я взял тряпку с запахом матери и его собратьев, чтобы он этот запах его успокаивал. Сейчас будет первый опыт. Мы оставляем щенка одного в машине, чтобы он оставался один. Это нужное упражнение, чтобы в дальнейшем не было проблем. Он должен понять, что он может и один остаться. Вот он. Спит. Я выхожу, ничего не говорю. Абсолютно ничего. Вот так. Вот так, спокойно лежит, и мы уходим. Я всегда использую ситуацию для того, чтобы что-то сделать для собаки, да, и сразу же, если мы должны сейчас из машины выйти и уйти, я начал практиковать щенком, чтобы он оставался один. Помните, если мы бы вышли из машины, я бы его начал гладить, говорить с ним, что ты подожди, мы сейчас через 10, 20 или 30 минут вернемся, все хорошо, не переживай, сейчас мы придем, ты мой хороший. Слово вам даю, он бы не остался в машине. 100% гарантирую, друзья. Видите, как я вышел? Абсолютно не говоря ни одного слова, даже не тронул его. Друзья, нельзя возбуждать собаку и уходить. Почему? Потому что вы собаку, щенка, неважно, оставляете один на один со своим возбуждением. И куда он его денет, вы не знаете, друзья.
Поэтому этого не нужно делать. Поэтому опять спокойное, здравомыслящее поведение, друзья, здравое отношение мое к этому щенку, опять в этой ситуации тоже помогло, чтобы щенок спокойно ожидал в машине, когда мы придем через 30 или 40 минут, друзья. Понимаете? Все зависит исключительно от вашего поведения и отношения, друзья. Время 17:22. Сколько мы его оставили? Сейчас скажу. Он сейчас находится 40 минут в машине. Сейчас щенок в машине находится один 40 минут. Сейчас мы посмотрим на его реакцию. Можешь открыть, друг мой? Мы сейчас сперва отсюда понаблюдаем за ним. Отлично. Просто отлично. Он сладко спит. Вот так. Вот ты хороший парень, дружок. Вот так нужно собаку приучать оставаться один. Видите, я взял этого щенка несколько часов назад, но уже это с ним практикую. Уже практикую. Уже показываю, что ты можешь оставаться один. И это нормально. Не нужно ждать до определенного возраста, как я много раз слышал, да, такие советы. Нужно начать занятия щенком. 5 месяцев, 6 месяцев, 8 месяцев я даже слышал. Это крайне удивительно, друзья. Щенком можно начать воспитание, да, с первых же секунд, как я и сделал. Поэтому этот щенок начал ко мне так относиться, друзья мои. Поэтому у меня никогда с собаками проблем не будет. Потому что я изначально показываю собакам, кто я есть. А потом начинаю, когда собака успокаивается и становится послушной, я начинаю ее сюсюкать и любить. Я не говорю вам, не сюсюкайте и не гладьте своих собак, друзья. Это все нужно сделать своевременно. Вот у вас нету, вы не можете контролировать свои эмоции, у вас нету еще и терпения, друзья. А я умею контролировать свои эмоции и владею терпением. Поэтому могу делиться теми качествами с собакой, которыми я владею. Нельзя требовать от другого живого существа, будь это человек, будь это собака, неважно, требовать того, чем вы не владеете. Я владею спокойствием, терпением, уверенностью, последовательностью, здравым смыслом, дисциплиной, поэтому могу это потребовать и от других живых существ. В нашем случае собак, друзья. Понимаете? У вас нету терпения, ваш эмоциональный фон очень взрывной. Вы сами подталкиваете ваших собак на то действие, которое вам не нужно и не выгодно. Вы это делаете на эмоциональном уровне. Вот начнем с этого, да? Не считая еще ваше неправильное поведение и отношения, друзья мои. Проблем уже не избежать, друзья. Нужно уметь контролировать себя, как я это сделал. Пусть кто-нибудь скажет, что я что-то плохое сделал с этим щенком. Если вы считаете, что плохо то, что я не погладил и не посюсюкал, друзья, если вы такого мнения, такой человек, который вот так подумал, я советую не заводить собак, честно. Это мое искреннее от сердца желание во благо вам и этой собаке. Если вы не умеете контролировать себя, свои эмоции, друзья, прошу вас, не заводите собак. Друзья, наверное, многих удивит, да, почему этот щенок вот такой спокойный, почему он себя так ведет. Объясняю. Потому что зашли люди, которые не упали перед ним на колени и не положили его на шею, а сперва потребовали, чтобы он успокоился. Понимаете? Вы сразу свои карты перед собакой открываете. Вы проиграли, друзья, если вы будете себя так вести. Видите, я как себя повел. Я ничего плохого не сделал. Я не разрешил на себя прыгать. Я сразу же научил к поводку. Понимаете? Сразу же. И заметьте, какой этот щенок спокойный. Почему? Потому что он чувствует от только
людей, которые только пришли, абсолютно спокойную энергию. Эти люди не пришли в возбуждение. Вот возбуждение не хлещет из ушей, понимаете? Я не транслирую на него возбуждение. Потому что если я так буду делать, я потом буду бороться с возбуждением, буду его успокаивать, буду постоянно говорить, не делай, не прыгай, не кусайся. Понимаете, зачем? Изначально ведите себя правильно. Это у многих людей не получает по одной простой причине. Потому что вы не тренировали себя контролировать свои эмоции. А я тренируюсь каждый день. В нужный момент я даю эмоции. В ненужный момент я не даю эти эмоции. Да? А вы даете и в нужные моменты, и в ненужные моменты. Поэтому, к сожалению, у вас будут проблемы, друзья. Учитесь, начните с себя. Хотите изменить ваши взаимоотношения с собакой, не вините собаку в каких-то плохих, в каком-то плохом поведении, да? Увидьте себя, начните с себя, друзья. Мой вам добрый совет.